О потерях скажу сразу. Сегодня нет в составе сборной Нигерии их знаменитого форварда Даниэля Амакаши из Бешикташа, у него травма. И потеря в линии атаки у команды Дании, отсутствует Миклош Мольнер. Дисквалифицирован он и пропускает второй матч за удаление, за красную карточку. Внимание, рвется к воротам Микаэль Лаудроп, отдает и первый мяч в воротах сборной Нигерии. Точный удар Петера Мюллера из Эйнховена. И датчане уже в самом начале матча, наверное, на второй минуте, повели в счете. Сейчас вы еще раз увидите этот момент. На ваших экранах Петер Шмейхель. А его партнеры по команде поздравляют Петера Мюллера, 26-летнего форварда из Эйнховена. Смотрите, как получил мяч. Лаудроп отдал Мюллеру, и великолепный гол, удар. Конечно, ничего Питер Руфай в этом эпизоде не смог поделать. Резанный удар, вы смотрите, в притирку со штангой. И вот еще раз, отличный пас ветерана, как Лаудроп принял этот мяч. Как отдал Мюллеру, и 1-0. Видите, чем это закончилось. А вот момент первого гола. Именно Мюллер забивает этот мяч.